прошедшие выходные в Калужском областном краеведческом музее открылась выставка Рязанского музея путешественников «Русская Америка. Возвращение к родным берегам». На выставке представлены фотографии, научные, церковные документы, исторические и современные карты Аляски с нанесенными на них маршрутами путешествий, а также артефакты и предметы быта эскимосов, привезенные из многочисленных экспедиций на Аляску. На церемонии открытия присутствовали заместитель губернатора Калужской области Руслан Смоленский и ведущий российский исследователь истории РПЦ на Аляске, митрополит Калужский и Боровский Климент. Рязанскую делегацию представлял председатель Рязанской городской думы Андрей Кашаев. Сегодня здесь, в здании Калужского краеведческого музея, приехала выставка, которая в буквальном смысле является и музеем путешественников, и путешествующая выставка. Это редкий случай, когда экспонаты идут в люди. Большинство экспонатов на выставке принадлежит команде Героя России Михаила Малахова. Он, как ученый, внес большой вклад в исследование выживания и психологии человека в экстремальных условиях. Лично участвовал в практических научных исследованиях на Крайнем Севере. Также он отмечен правительственными наградами Канады, медалью Конфедерации Канады и орденом «За заслуги».